Музей современного искусства под открытым небом открыли в микрорайоне «Новая трехгорка» Одинцовского городского округа в рамках фестиваля «Морфогенезис». Расписывали стены более 80 уличных художников из 26 стран мира. Более 50 фасадов, многоэтажек, технических сооружений и школ превратились в произведения искусства. На одном из фасадов расположился самый большой в России портрет Юрия Гагарина. Музей Сергею Кириенко художники представили вместе с вице-губернатором Московской области Натальей Виртозовой, руководителем администрации губернатора Михаилом Кузнецовым и главой Одинцовского городского округа Андреем Ивановым.